Всем привет, с вами канал «Все для города». Представляю два видеорегистратора с хорошей стеклянной оптикой. Записывают видео и звук хорошо. Вот, если записать видео и звук на этом видеорегистраторе, то если вставить в компьютер или ноутбук эту карту памяти, и она как раз хорошо воспроизводится на ноутбуке или компьютере, и видео, и звук тоже хорошо. Разница между этими двумя регистраторами, это Digma у нас FreeDrive 303 Mirror Dual и Lexon LR90, в том, что у видеорегистратора Lexon LR90 сенсорный экран, то есть у него там сзади, снизу одна кнопка включения, и больше никаких кнопок нету, то есть все включения идут через по экрану, то есть сенсорный экран здесь вот у этой модели. Экран здесь большой, если у всех моделей там 4,3 дюйма, здесь 4,7, чуть-чуть побольше дюйма экран. Также есть и задняя камера у обоих, снимает в формате VGA 30 кадров в секунду. Вот, единственное, что у Digma сенсор стоит на 1,3 мегапикселя, а у Lexon LR90 сенсор на 1 мегапиксель. Ну, это где-то рядом примерно. Вот. Ну, снимает все обои хорошо. Вот. Единственное, что Lexon LR90 вечером снимает лучше, чем у Digma. Вот. Digma 303. Это у меня первый видеорегистратор в зеркале заднего хода. Ему уже порядка 4 года. Вот, 4 года. Покупал ее за 3, по-моему, 600 он стоил. Вот. А Lexon у нас чуть дешевле. Вот. Я его покупал недавно. Мы его разыграем летом. Значит, ну, с моими подписчиками. Подписывайтесь, мы его разыграем. Может, кому-то достанется. Потому что я в 2022 году проводил розыгрыши таких видеорегистраторов, вот, чтобы набрать 2000 подписчиков, я проводил розыгрыши. И у меня люди выигрывали такие призы. Именно было 3 видеорегистратора в зеркале, и они выиграли. Значит, один видеорегистратор был у нас Digma 303, ушел куда-то в Ленинградскую область. Потом еще были две Digma 114. Вот один я отправил в Ростов-на-Дону, а другой в Рязань. То есть вот трое получили такие вот призы. Были, они подписывали, участвовали в розыгрыше. Вот проводил розыгрыш, надо было написать: я участвую, написали 2000, и вот как я только набрал 2000, проводил розыгрыши, и вот у меня трое выиграли призы. Именно видеорегистраторы в зеркале заднего хода. Вот не знаю, как они работают, но правда, я просил, как они снимают, пришлите мне видео, чтобы я знал, что он работающий, потому что я коробку не вскрывал, то есть она была полностью запечатана. Вот просто из магазина купил, на почту отправил по адресу и все. Ну, они мне прислали, показали. Вот, как бы не сразу мне прислали. Вот из Рязани прислал, правда, позже. Ну, что-то, он что-то недоволен этим регистратором Digma 114. Не знаю почему. Ну, может, такой попался. Это уже не от меня зависит. Вот такой маленький такие обзорчики. Так, ну я что открывать его, смысла нет, они все одинаковые. То есть какая комплектация, сейчас вам у всех одинаковая, в принципе, комплектация. Сейчас скатив повыше. Вот, здесь открываем, вот само зеркало, она сенсорная такое вот,
Ну, не буду, потому что опять руками заляпаешь ее. Так, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем заднюю камеру. Вот она здесь открывается, такая расщелкивается, потому что красный провод вешается на фонарь заднего хода. Вот, и сам прикуриватель вот здесь вот. И вот крепление к задней камере. Вот такая вот липучка и два саморезика. Естественно, гарантийный талон здесь вот. Вот здесь все гарантийный талон и инструкция. Все в одном флаконе. Все понятно и все. Здесь у этого Lexan LR90. Вот также сам агрегат, написано Lexan LR90. Вот. Здесь у него кнопка такая. Здесь вот микрофончик у него находится. Вот здесь кнопка Reset, а также здесь у него заглушка такая. Под GPS. Должен быть, наверное, с GPS модулем, поэтому. А здесь без GPS модуля. Вот. И здесь у него. Это самое. Вот. Понятно, да? То есть вот здесь вот такой у него разъемчик. Вот. Такой регистратор. Ну, не буду там экран показывать. Это зеркало. Зеркало там зеркало как зеркало. Я уже там пленку снял, потому что купите и сами посмотрите. Блин. Так, и здесь вот комплектация. Также зеркало, которым я пользовался где-то 4 года. Также вот оно, объектив есть вот такой. Крепились вот такими резинками. Здесь вот специальное покрытие, чтобы не поцарапать это штатное зеркало. Кнопка Reset и микрофон находится вот именно здесь. Вот. Я уже вскрывал, сюда вставлял батарейку большего емкости. Сюда вот два саморезика открывается, там она открывается, и сюда поставил аккумулятор на 600 мАч, а был только на 200, поэтому он может включиться даже сам. Сейчас попробую включить его. А, нет, это Дигма. А, это Дигма, это там, у этот. Вру, это у этого. У Lexan кнопка там, а здесь нет. Здесь надо это включать его. Ну что там показывает меню, купите, блин, и все. Так, здесь какая комплектация простая. Также здесь есть задняя камера. Вот она. Также здесь есть разъем такой. Вот она. И прикуриватель сам, длинный провод. Также гарантийный талон. И инструкция на русском языке. Здесь все показано, как его, как за какие кнопки что отвечает, как его подсоединять. Здесь все, видите, все здесь нарисовано. Проще правильная репа. Вот. Единственное, что Дигма стоит дороже по цене. Дигма стоит сейчас, по-моему, 3800, что ли. Я смотрел как-то. А, как-то была акция. Когда 2000 стоит, когда 3, хрен знает, там поймешь этих у меня в магазине торгует. Видимо, когда мало народу привлекает, хоть там за 2000 продать. А, когда или новая партия продают за 3600, а старую продают за 2000. Как-то смотрел, у них акция была за 2000. Вот эту вот Дигму 303 продавали. Ну, я думаю, мне не нужна она здесь. Я и попользовался. Ну, то есть, если это просто простой видеорегистратор в зеркале заднего хода.
Вот. Здесь нету ни GPS модуля, просто зеркало. Видео записывает. Видео, звук записывает хорошо. Вот. Ну ладно, спасибо за просмотр. С вами канал. Все для огорода. Всем пока-пока. Жмите на колокольчик. Вот, это мы разыграем в летом между подписчиками. Подписывайтесь на мой канал. Ну, может быть, и это тоже разыграем. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».